родился в семье ведущего актера Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Юрия Викториновича Цапника. Мама – Валентина Николаевна, спортсменка, легкая атлетика. Родители хотели, чтобы он выбрал жизненный путь другого супруга. Мама – театральное служение. Отец – спортивную карьеру. Учился в музыкальном училище игре на скрипке. В учебно-производственном комбинате получил профессию повара. Окончил 2 курса Свердловского театрального института. Отслужил срочную службу в десантных войсках вооруженных сил СССР и перевелся в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, ГИТМИК, выпускник ГИТМИКа, курс В.В. Петрова, с 1992 года. Актер Академического Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.